А, вот с вами Юлик. И мистер Мэр. Мистер Энн. Мистер Энн. Ты мистер Мерлин. Мистер Мэр. А ты знаешь, что такое делают на нашем районе? Опускают и ебут в жопу. Как же ты там жил, брат? Я жил, блядь. Не надо о моем детстве говорить. Тебя бы не поняли там. Что мы делаем сегодня? Кстати, о, об опускании. Мы смотрим мультики детские. Называется «Леди Баг» и «Супер Кот». Если вы не видели предыдущие серии, это нужно срочно. А ты видел Бакстела и Крота? Исправлять, приходить по ссылочке в описании. И смотреть предыдущие серии. Известный мультик «Баксел и Крот». Это в вашем районе такие мультики? Это албанские мультики, а его никто не знает. У вас есть всего один день, чтобы придумать дизайн для предмета гардероба. Через 10 часов ваши работы будут представлены известнейшему модному дизайнеру Габриэлю Агресту. Поппи Эдриана Бражнику. Он дизайнер? Он дизайнер. Нет, это не он, чувак. Да он Бражник. Нет, я понимаю, что он Бражник, но это не папа Эдриана. Это папа Эдриана. Отцу нашего студента Эдриана Агреста. Студента? Ну так это папа Эдриана. Ну не, я говорю. Что ты говоришь? Знаешь, наши отношения зашли такой... Мы же просто не понимаем друг друга. Я говорю об одном, ты вообще о другом. Папа Эдриан. Да я понял уже, блядь. Дизайнер. Душевно больной, я понял. Хватит тебе... На пальцах. На пальцах объяснять сейчас буду. Давай на пальцах, блядь. Знаешь что? Раз. Знаешь, три. Что? Сколько пальчиков у нас? 10? Пальчиков не знаю сколько, но знаю, что ты профура. Ты профура. Ой, нет, а я сейчас тебе скажу. Я тебе сейчас скажу. Ты скажи. Нет, ты хочешь? Ты скажи. Ты хочешь услышать? Ты жирная. Ты неконтролируемая. Мерзкая. Животное. А я? Я пушинка. Понимаешь? Все. Продемонстрирует работу победителя в очередной. Будем смотреть. Реакция так. Все до конца самого. Все. Так и будем сидеть. Я и Кузьма. И лысину Кузьму. Да пошел ты. Разверни. Пошел ты нахуй. Пошел нахуй. О, кстати, смотри, какая шляпа крутая. Похож я? На кого? На шляпника. Пойдем к Урганту. Планировать точку. Ничего просто не имею. Шлак? Просто сказал хуйню. Я просто мудак. Ничего просто не имею. Просто мудак. Шляпа-дерби. У меня нет дизайнов для шляпы-дерби. Вот она рисует шляпы, но единственная шляпа, о которой она думает, это шляпа Эдриана. Есть цилиндры, кепки, даже шляпки с рожками. Нужно лекарство, да пожалуйста. Ей нужно лекарство. Кинь три косаря, Маринет, мы посмотрим мультик, блин. Но проблема, но для дерби. Ну знаешь, а это и не важно, ведь я наверняка буду выглядеть неумехой на показе. Споткнусь о свою шляпу, свалюсь на месте. Эдриан меня возненавидит. Я никогда не стану известным модным дизайнером. Моя жизнь кошмар. И все это из-за шляпы дерби. Дай-ка. Из-за шляпы. Должно быть что-то подходящее. Забудь, я девочка катастрофа. И в итоге я все равно все испорчу. Ух ты, Аля, какие у тебя эскизы. А я и не знал, что у тебя талант. Нечего сказать, тройник. Вообще нечего. Шляпа и шляпа. Спасибо, Эдриан, но это не мать. Ну, шляпа, Эдриан, скажу в третий раз. Это все работа. На лоб, Маринетта, шляпой. Вот той дикой суки, которая постоянно преследует и ходит рядом со мной, помнишь? И она каждый раз ее представляет, а он, может, забывает ее. Ты очень талантлива, Маринет. С таким талантищем ты победишь. О, ну да, я все это сделала сама. Идти вверх? Или не идти? Точнее... Что происходит? Что это за клоунада, блядь, началась? Она должна нарисовать шляпу. А шляпа не ее нарисованная? Просто нарисовать, чтобы выиграть в конкурсе. Она нарисовала, это шляп. Ты меня слышишь? Шляпы, которые нарисованы, это ее шляп? Ее шляпа. Ну? А что это за клоунада, блядь? Удачи! Может, на следующей фотосессии я буду в твоей шляпе? Шляпа моя будет в тебе. Класс, за 2 минуты комментирования мы смогли только 40 шуток со шляпой придумать. Причем одного содержания, что шляпа это хуй. Слышала? Он сказал, что ты можешь победить. А почему хуй вообще шляпой называют? Это вот такой... Залупу на шляпу. Не, я понял, вот такой котелок есть, знаешь, типа более ровный. Ты это слышала? Эдриану понравились эскизы Марины? Конечно, слышала. Украдут у нее все эскизы. Телка слева, которая вырастет, она будет красивее справа. А она станет злой в этой серии. Нет. Думаешь, нет? Нет. Он увидит мой эскиз, он убедит
придется отдать победу. А это Европа, она станет злой. Они такие, не звоните Маринетту, Эдриану. Сожжем ее просто. Не понял. Ведьма. Кто ведьма? Рыжая. Рыжая? Они же жгли рыжих в Европе. Да ну нахуй. Да, типа рыжая, значит ведьма. Сжечь ее. А че, блядь, не пережгли живот столько рыжих? Ну вот так мало. Не пережгли. Обязательно, Хлоя, ты прям... О, смотри, это мелкая злодейка. Затмит все остальные? Конечно. Мне необходимо лишь заполучить ее блокнот. Да пока за работу осталось 9 часов. Я побегу в мой тайный сквер вдохновения. До встречи. Я цела. Да, все хорошо. А тайный сквер вдохновения — это комнатка у нее дома, где фотки Эдриана везде расклеены. И кукла из его волос и жвачек, которые он жевал, слеплена. Она ей поклоняется. Она такая: Эдриан, постриг ногти, добавлю это к своей кухле. И все собрала. Один съем. Один съем. Чуть-чуть себе. Уже? Бражник, ну ничего же не случилось. Да, как так? Поймать Леди Баг и Черного Кота. Их талисманы будут у меня. У него есть талисман? У него нет, он просто злой. Это его суперспособность. Оказывается, сложно работать по заказу. Ты знал, что Эйфелеву башню построили инопланетяне? А ты знал, что сначала, когда ее построили, все считали это уродством, и парижане, они прям бастовали против нее? Да? Да. Считали. А что потом случилось? А ну все, теперь стало культурным, блядь, достоянием, все ее обожают и прочее. Но когда она только-только появилась, блядь, люди были против. Неблагодарные. А знаешь что? Нужно ее разобрать и перевезти в Питер. Зачем нам красиво. Это уродство? А куда мы поставим ее? У нас есть одна уже, Лахта-центр строится. Пусть там стоит. Нам это говно не нужно. Можно разобрать, переплавить на... Принесите нам лучше побольше разъебанных дорог. Чтобы вот прям дорога была не ровная, а вот такая типа... Депутат Кузьма заговорил. Выбоина. А то народ живет слишком хорошо. Можно, я знаю. Ну? Нужно разобрать ее и переплавить в рельсы для России. Россия большая, Франция маленькая. Тоже верно. Переплавим на рельсы, куча новых дорог получится. А лучше в бомбы. Железо одно и то же? Да. Пусть бомбами будут, так и заживем. Нет, тебе удается спасать мир. А придумать дизайн шляпы — это проще простого. Шляпа. Ну и короче, за нами что? Подглядывают за нами. Ребят, хватит, так неловко. Что ты хотел сказать? По секретику, мои хорошие друзья, OneX имеют высокую надежность, широкую линию. И при регистрации по вот этому промокоду можно получить до 6500 бонусных рублей. Ты зачем ты всем рассказал, дурак? Блин! Все, ребят, давайте всю подробную информацию мы можем найти в комментариях, закрепить. Зачем все, я все не говорил? Марина такая сидит: блин, как слухать, знаете, шляпу придумывать, а? Какая-то... Ну что это такое? Одни и те же шляпы. Приходят только такие шляпы, блин, не могу понять. Блин, надо еще шляпу какую-нибудь нарисовать, шляпку. О, нет, смотри, какие она шляпы рисует. Теперь у тебя в блокноте два хуя. Один с огромной залупой. А блокнот хороший, не хочу вырывать с традиции. Не вырывай, ладно. Не надо. Они все-таки не школьники. Да, и она совершеннолетняя. Ты уверен? Ну, видимо, либо от 16 до бесконечности. Понятно. Потому что если у них 9 классов, и она с 9 ушла и поступила в ПТУ дизайнерская, то есть 16. Если до 11 училась, если там такая же система образования, то до 11 училась. Так во всем мире до 11 учится. Да? Не знаю. Это месье Голубь. Он тоже жрет крошки и срет моментально. Местный голем, блядь. Он сейчас поймает ближайшего. Вот пожру сегодня. А, не, правда. Ты видел эти видосы, где чуваки голову откусывают? Да. Так странно. Хорошего дня, хорошего дня. Сегодня прекрасное утро. А, Эдгар, мой любимчик. Ну вот смотри, на таких все, да, такой милый, сумасшедший, безобидный. О, Эдгар, и мой любимчик, только вы со мной общаетесь, жена-то перестала. Когда вот такие душат уже людям шеи, блядь, вы думаете, что лучше бы в дурдоме этот милый сумасшедший сидел бы и никому не мешал бы. Там Алекс Макеев тоже, ну нет, там, ну Алекс Чувак Макеев. Чувак любит голубей, надо его закрыть. Закрыть надо нахуй. Удивительное выступление. Чего? Вот сразу. Кормишь. Наш человек. Дубинка. А ну-ка,
А это тот, который думает, что он полицейский. Глупые птицы, сколько раз вам повторять, месье Ромье, голубей кормить нельзя. Это запрещено. Если все их будут кормить, они везде будут гадить. Я слышу, что во Франции вообще голуби называют крыс крысами с крыльями. Что типа они паразиты, и на самом деле вот такая политика в отношении голубей чуть ли не только в России существует, что у нас голубей все любят, там вся хуйня, подкармливают их, а в цивилизованных странах голубей типа это же реально как крысы, они разносчики инфекций. Ты видел хоть раз милого голубя? Нет, только белых, которые дают сфотографироваться. Бедных голубей! Вас гоняют смотрители всех парков, месье Ромье. Вот и я сейчас вызову полицию. О, стоп! Это же я! Кто будет кормить голубя? А кто крыс будет кормить? Какая? Где крыс покормить? У него отстойная форма, блядь. Он еще и белесый какой-то, у него кожа белая, наверное, у него проблема с сосудами, потому что курит много. Курит много, у него пальцы желтые. Все-таки, вот знаешь, Юдашкин отличную форму шил для ментов-то наших, блядь. Хорошая форма. У него просто майка в обтяжку. Ужас, как же мне жалко этого бедолагу. Бедного психа. Персонаж, он прямо как человек-птица. Ему бы куртку из перьев, и тогда образ был. Он будет злодеем. Да. Месье Голос. Бражника просто на монтаже случайно в начало добавили. Отличная идея, Тики. Она сейчас нарисует шляпу из перьев голубей, потом такая, Тики, давай собирать голубей. Бум, бум. Или она нарисует просто шляпу в виде голубя. Либо так. Либо начнет убивать голубей, чтобы перья их собрать. Либо их. Она не просто их будет убивать, она будет собирать туши и куру-гриль устроить местную во Франции. Сейчас как бы это стало такой непопулярный вид бизнеса. Она будет пить их кровь. Она не просто будет пить их кровь, она будет отнимать у детей деньги. Эти деньги, закупать на них наркотические вещества, расклеивать по всей Франции. Это Эйфелевая башня, извините меня, превратится просто в рассадник наркомании и детей, как бы, которые хотят этот спайс покурить, этот снюс закинуть. Я такую чушь несу. Мне не дают покормить голубей. Амье, какая несправедливость. И легкая жертва для моего Акумы. И вселись в него! Выбирает себе жертв таких, то есть там проблемы, о, часики разбил, у голубей не дали покормить. Да, ну, таких немножечко совсем глуповатых ребят. А то есть там у кого-то... Значит, у кого-то больше двух IQ, он может как-то сопротивляться бабушке-то, блядь, злобной. Там у кого-то бизнес отжали, горе целое. Не, Акума туда не полетит. Сейчас голубь сожрет, пока летит. Месье Голубь, я бражник. Не этот путь. Он прям, знаешь, честно сказать, это самый отстойный злодей из всех злодеев. Я даже не знаю, даже Планктон из Спанч Боба более угрожающий выглядит, чем этот бражник. Он прям, я не знаю, ты на него смотришь и... Нужно отдать ему должное, он модельер. Он себе сам этот костюм шил, разработал, поэтому он такой крутой. Не должны мешать вам заботиться о своих друзьях. Каким был бы Париж без голубей? Чистым. Какими были бы голуби без вас? Блять, ну, идиот! Это... Идиот! Я не знаю, тут какая-то конкретная проблема со злодеями. Вот предыдущий злодей, это самый злобный персонаж был из всех, все остальные. Они... Ну нет, девочка еще с первой серии такая, да, прикольная, которая... злодейка была. А вот заморозится. Ну это же это вообще посмешище, блядь, ребят. Ну это. Я не знаю. Вы серьезно? Вы выросли на этом мультике, блядь? Вот это и есть, блядь, крутой злодейизм. Помнишь там? Я не знаю, в какой мультик мы смотрели такой яркий. Шамане Кинги какие злодеи. Зиг так вообще, блядь, это был просто. Чувак хотел весь мир разрушить, блядь. Ему вообще было похуй. Чувак, голубей кормить хочет. Нет, Шаман Кинг. Даже более глубоко. Ты же знаешь, Шаман Кинг? Конечно. Зиг хотел оставить, чтобы на планете жили только шаманы. Он отражение Гитлера был-то, если так подумать тогда. У него была сверхидея, блядь. А это человек голубь, блядь. Это какой-то злодей. Тварь. Просто тварь. Да его машина собьет. Это, знаете, есть ролик «Мразь из званого ужина», где это жирный мужик-охранник. Вот он мельнее мразь, чем вот эта мразь. Да нахуй ты вообще с этой шалавой, блядь, блондинистой, что-то ей подметаешь? Иди на вебкам работать, блядь. Таких девочек там только так разбирают, блядь. Там чуть-чуть пилоткой посветить, вообще корректно.
все, блядь, полетит вверх. Тебя будут такие токены кидаться. Нахуй ты этой хуйней страдаешь? 13-летние девочки смотрят такие, да. Не, вам не надо этой хуйней страдать, девчонки. Если вы рыжая шлюха, тогда можно призадуматься об этом. Но! Вот это Дерби! Спасибо, Тики. Так она просто как бы немножко меняла фактуру. Саму шляпу-то она не меняла, только материал выбирала. Разве? Да, я пропустил вот это. Все сказать. Шляпы одинаковые были, только на одной завитушка, на другой нет завитушки. Это суждение о том, что рыжая должна в вебкаме работать. Мы такие умные! Я мразь! Помогаю мразь! Прости! Даже кто хуже мразь? Вот блондинистая или рыжая мразь? Все потому мразь. Что присмыкается перед ней. Она адаптируется, а это мразь от рождения. Умная Хлоя! А когда мы будем делать шляпу? Ну когда мы ножницы сделаем, Хлоя, ножницы. Так и есть. Так это ее мотив. И потом ножницами голубю голову. Перышки, перышки. А, блядь, блядь, блядь. Я люблю тебя. Я люблю тебя, блядь, сука. Сука, сука, я тебя так люблю, блядь, Эдри. Ты такой хороший. Там с перемотанной рукой приходит. А что ты ищешь? Перышко. Я забыла взять голубиное перо для шляпы. Но не должно быть перо. Твое мнение с мужчинами общаться. Девочка, вырез, сделай побольше. И Эдриан Клюк, блядь, спустя 3 секунды. Какой-то хуйней закрытая одежда. С такой кого ты соблазнишь, блядь? Фем-активистку нахуй своим нарядом, блядь. Птички открой. Штанишки повыше. Простите, месье полицейский. Ну, как большой слон. Вроде и разумный, но не особо. Пошел пончики есть. Какая странная сцена, блядь. Чему она, типа, его запал на Мэри Бет? Чего, склюют голуби? Был такой ужастик, где у чувака была мартышка, которая была очень злобной. Типа, да, как комедия. Он был полностью парализован, вот. И эта мартышка, короче, что-то с ней стало, с ума сошла и прочее. И прям такой ужастик кровавый, блядь. Эта мартышка там убила его там подругу. Эта мартышка там вообще всех подряд убивала. И в конце они типа вместе сошлись, вот этот парализованный чувак, у него было все парализовано, кроме головы, типа. Вот. И, короче, вот по гумозности сюжета, вот это точно такой же эпизод, блядь, как эта злая мартышка. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Ну давай! Чего стоим? Кого ждем? Ну и мразь! Че ты стоишь? Кого ждем? Давай! Ты не видишь? Пробка, че ты орешь? Это как та баба, которая... Смотри, даже ракурс такой же. Уважаемые пассажиры, вам придется выйти из автобуса. Приносим извинения за доставленные неудобства. Вот там голуби, мы не можем по ним поехать. Дави! Люди на работу спешат. Вспоминается старый эпизод из нашей всеми любимой коммунистической китайской истории. Мао Цзэдун в один момент приказал, короче, отстреливать всех воробьев. Я не помню причину, почему, но весь Китай, короче, стал отстреливать воробьев. Нихера себе. И из-за этого начался китайский голод. Серьезно? Потому что, типа, воробьи, они каких-то, блядь, там жучков хавали, вот, из-за которого урожай, типа, ну. Я понял. И в итоге всех воробьев Мао Цзэдун приказал перебить, блядь, и все, голод настал, блядь. Нахуй он это поставил делать-то, блядь? Тревожная. Мэр города уверен, ну так вот, на денек бы сюда Мао Цзэдуна, даже на 3, блядь, все голубей бы не было, ребят, я бы гарантировал вам это. Старина Мао знал, как бороться, да, с этой нищетой. Мне сообщают, что некто по имени месье Голубь хочет сделать заявление. О, ужасный день, несчастные парижане. Все. Да даже, блядь, это и обычный, как это там называется, которые... Не-не-не, которые железными пульками стреляют. Голуби только так отлетают от них. Простите за неудобство, но теперь Париж принадлежит голубям. Это прям издевательство какое-то. Это... Что? Его смотрят дети, не идиоты. Да, дети. На самом деле детей наебать гораздо сложнее, чем вам кажется. Особенно вот когда касается вот подобных мультиков, типа. Первые серии были заебись. Но вот это уже как-то хуебень они пошло полное. Они все исписались. Нет, может это плохая серия просто. Мы нужны Парижу.
Да сценаристы, блядь, нужны нормальные. За забастовку, что ли, попал сериал? Пиздец, даже это, шляпу не помусолить, блядь. Да, сука, испортил этот голод, нахуй. Слушай, а Эдриан Кот, будет ли Эдриан в этой серии как бы на голубей серьезно охотиться? Будут в нем присыпаться? Жрать голубей? Ну, типа того, они же, он же кот. Не, он позер кот. Он стриптизер скорее, чем кот. Они что такие, в следующих эпизодах у нас будет? Мы понимаем, что серия стоит, вот вам несколько ракурсов крутых. А что будет в следующем? Там будет, может, это человек-кура? Супер-злодей, который кура. Я думаю, в следующей серии... Я большая курица, которая уничтожит весь парень. И француз такие, нет, ты человек-кура. Нет, курица напали на парень. Мы остаемся. Вот я такие комиксы рисовал в детстве, где, блядь, был, у меня был человек-светофор, блядь, злодей, типа... И причем было семейство светофоров. Человек-светофор? А? У тебя был в этом обзоре человек? Не, я не сохранил те комиксы, у меня были смертельные бои насмерть. И там был... Нет, там был злодей параллелепипед. Типа там было 64 выпуска. Там каждый... Ну, одну-две страницы был, но типа там вот был турнир... Турнир, короче, из всех этих. И там был человек-параллелепипед. Я удивлен, что... Там был сын параллелепипеда, который мстил за своего отца. Я удивлен, что ты стал видеоблогером, а не комиксистом. Да это же... Все в детстве. А потом у меня был еще это, шестисерийный короткий комикс, я не помню, как он называется. Там было типа про четырех умственно отсталых братьев. И они в каждой серии ограбление проводили. Это было еще до Payday, поэтому у меня спиздили. Ни хрена себе у тебя фантазия. Ё-моё! Сейчас за ними свасть. Какие летят. Это еще более странно. Рыбак рыбака видит издалека. Да заткнись ты, блядь. У меня аллергия на перец. Как не кстати. И не говори. И птицы только часть проблемы. По всему Париж. Почему они не сделали задел, что у Эдриана, типа, в начале серии... Шляпа торчит из-под футболки. Он такой, я нарисую самую лучшую шляпу. Давай посерьезнее, брат. Почему у Эдриана не было в начале серии задела, что у настоящего Эдриана, типа, аллергия на этих голубей? Тогда бы вот это выстрелило бы лучше. И он бы пытался сдержать эту аллергию от Маринет. Типа, чтобы не показывая, что он, блядь, это Эдриан. Может, в конце будет. Ну, слушай, здесь такие промахи прям. Из парка исчезают смотрители. Что? Надо скорее найти этого месье голубя. И как мы это сделаем? Кучу хлеба накрошить, он прилетит. Не знаю, где мы его найдем, но я знаю, где он найдет нас. Статуи. Ищите, блядь. Такое. Надо другой. Алло, де Франс, ля патри, де жузе глари, пале, контролю ля тирания. Француз так и стёт. Закройте ему въезд нахуй. Свинота позорит, гимн, блядь. Иначе он не появится. Кто бы говорил? Я не переигрываю, я всегда такой. Слушай, Эдриан, а можете немножко сменить-то, блядь, какую-то? Голубь, крыса, пошел крысить, рассказывай. Там, смотрите. Это что, статуя человека-голубя или что это? Леди Баг и Супер-кот? Молодец, пернатый дружок! Голуби будут править миром! Власть голубей! Это какой-то... Это прямо издевательство, я прям, знаешь... Я кормил пару раз птиц. Голуби никогда не получают крошки, если есть воробей. Хотя бы один. Они тормоза, они прям супер-тормознутые. Еще видел, как голубя чайка жрет прямо на перекрестке. Голуби точно бы не смогли править миром. Чувак, учитывая, что голубей постоянно задавливают, машина, блядь, и... Это самые тупые птицы. Я, наверное. Любое животное, оно вообще, вот, типа, вот, причем задавливает чаще всего, я думаю, что эта ситуация выглядит так. Он просто стоит и чувака заебывает ждать. Я однажды поймал голубя, настолько они тупые. Я голубя, спокойно голубя с рук могу кормить, блядь, да, они вообще такие, ну нахуй. Бред, просто бред. Я как будто смотрю пародию на что-то. Может, мы не покупаем? Я будто смотрю, знаешь, типа Эльза Гейт на Ютубе, блядь, сделана по мотивам этого мультсериала. Как странно, он уже должен был появиться.
Так они что, они просто подлетят, облепят его, у него случится анафилактический шок, горло разбухнет, он задохнется, все. Слушай, а Эльза Гейт, это прямо название порно или это типа просто детский? Название всего этого явления. А, угу. Отставляйте там шоу, друзья. Все, Эдриан труп, если он в такую херню попал, и на что у него аллергия? Паркур! Район номер 9, или как там? Чего? Про паркур, как назывался? Район номер 9 про пришельцев. Да? 19-й район. Нет, это про пришельцев. А какой про паркур? Паша Бунчук. Может, это Паша Бумчик? Вообще! Блять, они такой хороший задел сделали на его аллергию. Он мог бы сейчас реально, типа, ну вот, упасть полностью, распухнуть, и типа, Мэри, Мэтт, приходилось бы все разруливать, а в итоге он чихнул разок, бля, в стае голубей. Он где-то рядом. Фу, блядь. Ну, так луком запах. Телячьи котлеты. Там сначала избавь город от этих двух надоед. Ты как моя жена, ей-богу. Я вдруг почувствовала себя птичьим кормом. Извините меня, когда ты сидишь такой, пердишь, блядь, тут этот невозможно ходить. Я вообще тебе слово. Ты пердишь. Я сегодня только, я котлет поел, извини меня, блядь. А ты когда сидишь, блядь, невозможно, каждый... Я такой, о, скрипит у тебя пол. Чего-то. Не пей мою воду. Есть какие-нибудь идеи, леди Бак? Ты же у нас кот, вы видите? Котлеты не ешь перед ряхтами. О, как хитро. Смотри. Птичка в клетке. А что со шляпой? Добрый день. А вот я совсем недобрый. Отлично! Ты че, голод? Возьми талисманы! Ты несуразный! Ваши талисманы! Отдайте их мне! Или на вас нападут мои пернатики! Погоди насчет... Сколько там? 18 килограмм сверху! Не, ну, кстати, 18 килограмм сверху, ты подумай, это много. Одна гиря, путовка. Чуть побольше. А, то есть 18-килограммового гири не убить. Стальную решетку? Нет. И мои любимые голуби откроют огонь. Вы еще можете не запятнаться. Вот мы докуда дошли. Про голубиную срань. Я свои талисманы. Гамаз Джоэн Зече. Раз, два. Суперкот, решетки. Катаклизм. Кот-аклизм. Катаклизм! Чего? Клизмы кота. Надо же! Похоже, наш голубь оказался трусливым цыпленком. Кто я? Я не улетаю. Я просто убиваю двух зайцев одним ударом. И такой, и голубь его пытается сдержать. Я будто... Вот есть какой-то канал на Ютубе, который занимается наркоманской анимацией, такой 3D-шной, блядь, где там, знаешь... Много. Ну да, и вот это я будто это смотрю. Я не понимаю, блядь, серьезно, это серия этого мультсериала? Может, мы какой-то пиратский, смотрю, любительский, блядь, выпуск? О, я тебе из Гарри Поттера. Странно, что он именно военный самолет делает, а не там аэроплан какой-нибудь. Или голуби, опять же. Или голуби. Одного большого голубя, раз он так и ебет голубей. Военный этих. Самолет. Надо торопиться. Энергия моего костюма на исходе. Не хочешь, чтобы все увидели, что за кот прячется в этом мешке? Не называй мой костюм мешком. Я дизайнер, а я сам как бы... Суперкот, город лишится огромной части дохода. Если туристы уедут из Парижа, мы очень нуждаемся в... Да у вас каждую неделю какая-то дичь происходит. Какие туристы? Помощи! Я понимаю, но у меня тоже есть кое-какая нужда. Кое-какая? А, ясно. Идите в королевский сьют. Да
Там есть бумага? Или вы предпочитаете лоток? Смешная шутка. Нет, нет, она кринжовая. В стиле вот такого мужичка. По-моему, хорошо, остроумно. Ой, лоточек предпочитает. Лоток. Он же кот, он сыт в лоток. Я понимаю. А, да, это не обязательно, но можно кусочек командира? Люблю кусочек камамбера. Да, срать и жрать сыр. Ой, бля, запахи смешивают. Ой, бля, забей. Ой, хорошо. Тебя смешит звук поджать. Нет, тебе смешит ситуация. Камамбер. Извините, простите. Какой вам камамбер? Помягче. Ваш камамбер 2-летней выдержки. Спасибо. У него почти полный заряд был, блядь. У него было 80% зарядки. Че это нам пытаются дичь какую-то втирать? Него... Вообще нас за идиоток держите. Айфон. Как же я устал, все так болит. Заткнись нахуй. Не могу. Поспорим, что можешь. Так а хули ты не носишь камамбер с собой-то постоянно? Он носит. В предыдущих сериях было видно, что у него в рюкзаке всегда камамбер с собой. Но он все сжирает заранее. Не терпит, не ждет, все сжирает заранее. Они попадают в такие казусы. И поскорей. Отлично, отсюда видно гораздо лучше. Да кофеек еще закажи, блядь. Там у вас мир рушится. В одном направлении. Надо следовать за ними. Мы ждем только тебя. Поехали. А ты заметил, в каждой серии злодей, он по одному человеку как-то пытается, типа, вот тут голуби были, была серия, где, типа, все взлетали по шарику вверх, была серия, как всех замораживали. Я не могу найти, наверное, взаимосвязь, да, какую-то. Какие-то вот везде эти сферы. Сферы есть, да. Сферы, типа, и все в воздуху вылетают постоянно. Ну, две серии про воздух. По сути, это серия с мыльными пузырями, только вместо пузырей. А нам кто еще в комментах пишет, они говорят, нахуй вы филлеры смотрите. Вот они говорят, нахуй вы смотрите филлеры, это смотрите. Филлер? Это, конечно, филлеры, блядь. Основной сюжет начинается в конце первого сезона. Так, можем идти не по филлерам, а чисто по сюжетным сериям, посмотреть, какие сюжеты. Напишите, у нас сюжетные серии, потому что вот эти чей голубь, какая-то хуйня, блядь. Не, мы досмотрим, конечно. А либо мы можем вообще смотреть все, больше роликов для канала. Можем по второму кругу потом. Я уже, знаешь, странно себя чувствую, что я эксперт по какому-то мультсериалу. Чувак, все, вот возрастной ценз, это уже не наше поколение. Это уже, блядь, какой-то, я не знаю, хуйня какая-то. Это тоже наши родители бы по Джимми Нейтрону угорали. Это странно. Ну давай смотреть. Это вокзал, наверное. Так а, нет, вот это... где месье Голубь держит всех смотрителей парков. В большом дворце? Птичий радар действует. Или твой радар брахлит, или месье Голубь оставил сторожей без присмотра. Давай запустим голубям кота. Подожди, котик. Это слишком легко. У меня есть план. Она его котик назвала. Как раз вовремя. Хо-хо-хо. Мы же готовы их встретить, да? Они попадутся прямиком в мою ловушку. Очень скоро вы получите свои талисманы, дружище. Признаться, я жду этого с нетерпением. Блядь, да. Он впервые в жизни решил поработать не с ребенком, а со взрослым мужиком. Умственно отсталым, скорее всего. И опять промах. Не удается ему. Нет. Удастся разбить манок, то потом схватим акуму. Кто дальше? Габзавр, Гена Горин у него злодеями будут. Габзавр такой, мама, я не дам тебе 40%. Лети, акума. И причем, знаешь, акума такая вселенская и ничего не меняется. Габзавр сын, чувак, который бьет свою мать. И тогда ты сорвешь с него. И вражник такой, действуй, Габзавр. Да заткнись! Вражник! Давай без негатива! Многих ситуаций можно было бы избежать, все упростить, если бы она этим ее в висок целилась. Очень про... Пум! Не, ну вот сейчас бы все равно бы ее промазала бы, вот сейчас конкретно. Кажется, сюрприза не вышла. Да это чей голод, блядь? Против вас была баба, которая замораживает? Против вас была баба, которая время контролирует. И погоду. А вы какого-то чика голубя, у него даже способности нет, он голубями управляет. Зажигалку поднесите, блядь. Ну так сделать. Испугался, блядь.
подойти для детей, поближе подойди, я угощу тебя косточкой. Я тебе не пес. Голуби мягкие. Выпусти нас отсюда. Он что, ментов не любит только? Я понял, вот эта штука, она символизирует кейсы. Супершанс! Че это? Че мне с этим делать? Ручка, батарейка, отвейпа и стаканчик. Что? Монета? И что мне с ней делать? В жопу, если засу. Она такая, смотрит туда, туда и на шляпу Эдриана. Впервые в супершансе ей упадает монета, которая, ну, по подсказкам реально может задействована быть. То есть тут был вот этот автомат с газировкой. Хоть какая логика, но балка, блядь. Причем здесь балка? Причем это такая... Маринет Савант. Она, видишь, она... Кто? Савант. Кто это? А рептилия? Нет, это как люди, которые ничего не умеют, кроме одной вещи. Как человек дождя. Угу. Или как люди, которые там, ну, смотрят на... А слово аутист? Нет? Нет, немножко другое. У аутистов проблемы с социализацией. Савант это... Она савант, видишь, она мыслит такими образами. Mm-hmm. Все у нее окрашивается в этот цвет. Она сразу решение придумывает. Это же все основано на реальных событиях. Просто изменено. В жизни она не разговаривала, только вот смотрела по сторонам. И на самом деле это была 40-летняя женщина, которая на вокзалах с тележкой ходила, типа заполненной. Ты пелеглянейший вокруг. Баночку не выбрасывайте. Был обычным котом. Леди Саван. Бля, ну могли сделать смешной гэг. Она засовывает монетку, и эта хуйня застревает, и она... Нет, самим надо шутки додумывать, блядь. А это хорошо, они дают потенциал для реактора. Угу. Хороший сериал, не прореагируешь на него. Вот реактор. Тупица! Ему что-то кинули! А! Разъебу это! Я знаю этого дурака, он точно кинет свою палку в эту штуку. И голуби куски из него вырывают. Блядь! Ты заметил, она полетела со звуком. Нет. Он по факту, он даже летать не умеет. Он делает... Да, он вообще ничего не умеет делать. О, как! И это все серия? Просто дурак. А что остальные-то 5 минут будет? Шляп. Конкурс шляп? Да. Шляп. Охренеть, я думаю, при таком столкновении от бабочки бы ничего не осталось. Они же хрупкие. Не возвращайся никогда. Она никуда не улетит, стеклянный купол. Она будет биться. Нет, нет. Все, ничего не было. Это сон собаки. Где это я? Сон собаки. Ну это так и называется, когда такая собаке все снилось. Нельзя терять время. Ну давайте конкурс шляп посмотрим минут 4. Ты знаешь, что будет? Шляпу сошьет ты блондинка. И что, думаешь, она победит? Я думаю, она плохо сделает, потому что она плохой человек. А нет. Ну где же она ходит? Здравствуйте, месье Дамокл. Я главный помощник месье Агреста, Натали. Здравствуйте. Простите, но где сам месье Агрест? Я морж. Я здесь. Дайте рыбки. И такой мяч на нос. Здравствуйте, приветствую. Будь
А беленькая, ты на папу хочешь, а не на эбрю. Как видите, месье Агрест, наши студенты вложили в этот проект сердце и душу. Где ты была? Это шляпа? Да. Ну, Эдриан видел наработки и, наверное, скажет. Что? Ну, такая же у Хлои. Что? Здравствуйте, месье Агрест. Я Хлоя Буржуа. Мой отец Андре Буржуа, мэр. Дочка мэра? Хочешь, я все улажу? Так это школа такая для детишек-то. Что там делает дочка тортодела? Лучшего тортодела во Франции. Точно. Вернитесь к шляпе, мадемуазель Буржуа. Это что, шутка? Нечестно! Маринет скопировала мой эскиз! Скандал! Он заслуженный дизайнер, и он поймет, где оригинал, а где копия. Как же ты могла? Простите за этот конфуз, месье Агрест, но я могу доказать, что этот дизайн для шляпы Дерби придумала я. И как? Эта шляпа полностью изготовлена вручную. Каждый шовчик, каждая деталюшечка, каждая мелочь сделана моими руками. И, наконец, особый элемент, о котором может знать только автор этого аксессуара. Я подписала свою шляпу. Голова! Точно савант! Можем признать, дизайн этой шляпы оригинальный. Вы определенно умеете шить шляпы, мадемуазель. В следующей серии бражник в этой шляпе стоит. У него вместо бабочек голуби. Маринет! Примите мои поздравления, мадемуазель. Он тронул меня, чапищики-то гречные. Не могу понять, он тронул меня, что... Как Кирилл Торгаяков начинает. Кстати, они похожи с ним чем-то. Маринет, вы победили. Спасибо, спасибо, спасибо вам! Я возьму эту шляпу и продам ее за миллионы долларов, а вас сделаю вот так. Молодец, Маринет. Ты молодчина, Маринет. Видишь, они эту удочку в конец закинули. Хотя было бы круче, если бы он всю серию сдерживался. Извини, у меня аллергия на перья. Уж какая тупая. Спасибо. Друзья, внезапно села камера, но мы как раз досмотрели серию. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Кузьмы, на мой канал. Всем пока.